Скажу очень коротко. Все нашего. Был сегодняшний день и был вчерашний день. И большая разница между тем, как учились вчера и как сегодня. И это говорит о том, что результат менторов и всех присутствующих, когда все-таки дожали в последний день и практически все рекомендации были выполнены, и еще и замечательная подводка была со стороны Жени Саранцева, то есть он все проекты, это как вот в журналистике, когда только идет сюжет, вот сейчас выйдет вот этот проект, и оп, такой маленький штрих, который показывал сразу в одной фразе, как он на тренировке сейчас, а ну-ка попробуйте это сказать одним предложением, вот эти сложные цифры, много текста, у многих, когда в начале, когда это было, первых, Денис говорит, нет, это не может быть, это не читабельно, это все вот так вот, это был Димин проект, вот так такой. И это самое, и, по-моему, Володя, я не помню, кто. Не-не, у меня был. А, у тебя был, да. Презентация, вот, говорит, как в капусте. Говорит, это как-то что-то страшное. А в итоге, очень здорово. Вы вспомните еще перед хакатоном, перед финальным днем хакатона, ночь, когда был прогон и... А это не ночь, но вечер. Ну, вечер, да, ну, 10 вечера, это вечер. 12. И мы сидели и комментили презентации. Было 12, конечно. Это самая маленькая жесть, по-моему, которая с ними случалась. Мы уехали тогда в 0-0, а вы еще остались, потому что 2 было. Спасибо большое, и очень рад на том, что здесь со всеми снимал. Я уже все снимал. Придется.